22 числа сентября в наш дом влетел снаряд. Дом практически остался, крыша только осталась, а коробка. Мы с мужем решили, так скажем, выехать в сторону Украины. Собиралась колонна на 25 число. Мы с мужем собрали вещи с ребенком и выехали. Выехали за территорию Куриловки, и наша машина была первая. В машине сидел водитель, спереди сидела бабушка, слева сидел мой муж, посередине ребенок и справа я. В 9 утра начался обстрел. Первая наша машина сразу попала, начали обстрел, и потом сразу в нашу машину попал снаряд. Очень меня оглушило. Я когда собрала себя в кучу, я повернулась, водитель уже был мертвый. У мужа была рука пробитая, и он был мертв, и сын тоже был мертв. Потом машина начала гореть, и просто все начали кричать. Я то еле выбежала с машины, и как только я добежала до рельс перелазить, машина просто взорвалась. Не успела я ни спасти ничего, никаких вещей взять. Обстрел шел с левой стороны. Пока добралась, вот попала вся вот в снаряд, видать, меня оглушило, и вся в ожогах, все. А мы бежали, нас еще хотели добивать, потому что хотели уничтожить следы, которые люди еще якобы выжили. Ну, а там мы бежали, я дальше ж не знаю, там слышала, что детей расстреливали, и другие машины, что же ж, по-моему, 5 или 7 человек только спаслось. Сколько машин было, я даже не знаю, честно.